Член Республиканской партии Армении прогнозирует, что Карабах и Зангезур полностью перейдут под контроль Баку. Как передает Азия Ас, уже который день группа граждан в Армении протестует против действующей власти, пытаясь свергнуть Пашиняна и его команду. Все это будто бы делается ради Армении. Но большинство людей прекрасно понимают, что главная цель стоящих за этими протестами саргсянцев, кочеряновцев, прозападников и пророссийцев – это трон. Об этом заявила член Республиканской партии Армении Карине Ачимян. «Армянский народ не глупый. Мы с первого дня прекрасно видим, что и как все происходит. Все мы понимаем, что все эти события свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем по улицам Еревана смогут разгуливать азербайджанцы и турки. А Карабах и Зангезур полностью перейдут под контроль Баку. Нам нечем остановить этот процесс. Наш народ не хочет войны. Именно поэтому упомянутые выше Роберты и Сержики ничего не смогут добиться. Мы понимаем, что Никол, каким бы слабым политиком он ни был, сможет защитить свою республику от полного вымирания», — сказала Карине Ачимян. По словам армянского политика, в Армении готовятся планы со стороны некоторых западных держав. «Мы должны быть готовы ко всему». Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.